как повлияли мои детские травмы на выбор прически, на неприязнь к алкоголю, наркотикам и к материальному, то есть к деньгам. В детстве меня обижали все, кто носил короткие волосы, и поэтому у меня сразу негативное отношение к коротким волосам появилось. А рокеры, священники, музыканты, сам Христос с длинными волосами и герои из мультфильмов и исторических фильмов, они вели себя замечательно, и все ко мне относились по-доброму. Поэтому я решил стать таким же, как и герои, как Христос, так как антигерои все были с короткими. Потом у меня папа пил, и я обижался на алкоголь, что он был хороший папа, но когда он пил, он становился дураком. Поэтому я ненавижу алкоголь с детства, и поэтому я его не употребляю. А с наркотиками связано, что очень много талантливых людей, которые мне нравились, и хорошие люди, кстати, я встречал с проблемой. Они очень рано умерли и не смогли со мной общаться, например. Или музыканты, тоже, которые принимали наркотики, очень талантливые, прекрасные музыканты, и тоже теряли жизнь в молодом возрасте из-за наркотиков. Поэтому я ненавижу наркотики. А неприязнь к гам у меня связана с травмой, что в детстве был у знакомой был выбор у ее родственников. Ее привезли в больницу, и врачи сказали, или вы даете деньги, или пускай она умирает. То есть получается, как деньги дороже жизни, они же могли ее спасти спокойно. Но они заплатили, родственники, подруги, но это осталось, то, что без денег можно умереть, и тебя никто не покормит, если у тебя нет денег. Это неправильная жизнь, я считаю. Она дороже.